Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем играть в World of Fishes. Вышло небольшое предновогоднее обновление. Можно открывать какие-то сундучки. Или как подарки можно их еще назвать. Они попадают очень интересные вещи. Можно также покупать здесь. Так, можно также покупать здесь перки. Трафик сюда. У меня 59, но пока их никуда не хочу покупать. Также у нас точное обновление, прям вот я все вам не скажу, а так у нас добавили браконьера с випом, вот это вот новое ежедневное задание. Ну и сейчас у нас новогодние акции всякие, вот у нас праздничный ботаник, здесь можно проходить золото, видите, получать. Также у нас йо-хо-хо и вот такой вот Санта или Дед Мороз, как его можно назвать. Можно также получать золото. 13 различных видов рыбного планки поймать и получить за это неплохое количество золота. Ну и также у нас есть еще разовое задание полевая кухня. Вот разовое задание полевая кухня открывается только на какие-то праздники. И нам здесь можно поймать 15 серебряных карасей от 1,5 килограмма. Сегодня чем мы и займемся. Так, ну и есть еще, получается, эксперт у нас это. Получается, есть эксперт у нас на полевая кухня. Но до нее нам еще очень-очень долго. Мы даже еще будем. Ну и этим мы сегодня займемся. Будем ловить карасиков. Карасиков мы будем прям ловить на любую сборку. Если можно использовать сборку, типа на 3 грамма. Ну и не очень. По полочке мы будем использовать с вами вот этот наш эндуро, потому что на него нужно легендарный осыпь поймать, больше шансов 25%. В грузило мы будем использовать с вами конус, потому что она плюс 45 секунд, ну и ловить мы будем с вами на хлебный мякиш. Ночь нам будет радость, мы будем ловить и расслабление. Сейчас я даже его немножко вам покажу. Так, карась серебряный, будет немного на живо клюет, и на нем стоит, видите, лайк у меня хлебный мяч. Белый полковый особость, там у меня 4,5 метров. Минимальный вес 25 грамм, прям вообще маленький, лучше вас растей, 2 килограмма, 180 грамм, неплохо. Рекорд усыхает 2300 и максимальный вес 2300. Выловленная штука, у меня 701 штука, довольно много, это там самая большая пойма на моем аккаунте, так сказать, где рыба гораздо меньше там пойманы, ну и в принципе вот так вот. Сегодня мы будем ловить с вами карасика, может быть еще какие-то серии будут у нас по Лапландии. Половим рыбку на Лапландии, если вы это хотите прям так сильно. Так что, ребятки, ставьте лайки, чтобы я снял видосик про Лапландию. Поклевки тоже происходят довольно-таки медленно. Ну, випа нету, прикормки я тоже не трачу прикормку. Так что поклевки происходят вполне себе редко. Днем здесь, по-моему, если не ошибаюсь, может перебивать уклейка, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, конечно. А так ночью вот прям вот карась карасем идут так. Плотва, по-моему, если не ошибаюсь, 1 метра берут, так что карась только и будет брать. Но очень редко будет брать, випа нету, прикорма нету. Берем, ну, раз в 30 игрового времени, наверное. А то бывает реже. То есть клев сейчас очень филовый идет вообще. Раньше был гораздо лучше без випа, без прикорма. А сейчас, ну, очень прямо больно слабый клев начался. Красный серебряный на 102 грамма. Очень маленький, вообще нам никудышный. Кстати, у меня сейчас пинг 238 вот показано. Оно, в принципе, не лагает. Когда у меня показано почему-то там 30-20 пинг, лагает.
клевки неудивительно прямо редкие идут. Как-то более стараться забрасывать на медленную глубину, это без разницы, оно, в принципе, везде берет одинаково практически. Но расстояние заброса имеется в виду, только влияет на клев. То есть, если чем дальше от берега от себя закинете, тем лучше будет клевать. Ну, а так глубина, я имею в виду, не влияет, потому что у нас 0,4, в принципе, без разницы, какая глубина там. Так что как-то так. Трассик редко клюет, очень редко, но мы ждем, в принципе, и будем постепенно проходить это. Кухня, ну и... Когда-нибудь я вам показал, как поймать этого карасика. Фишек она берет без голова, а по-моему днем только у клейка перебывает, и того очень редко. Это если я не ошибаюсь, а так я могу вообще ошибаться. Давайте дальше посмотрим. Так, наверховка нет, это понятно. Так, 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 у клейка у нас ищет. Вот он, у клейка, и да, она у нас перебивает, получается, озеро. Ну да, она перебивает, но очень редко получается. У нас солнышко, ну и в принципе, ребятки, на этом все. Показал вам, как поймать карася серебряного. Ночью он прям бесприловывается, а днем у клейка перебивает, но очень редко вообще. Днем, кстати, караси зачетные гораздо лучше идут. Так что, ребятки, подписывайтесь. Всем пока.